В ночи с 27 на 24 марта в небе над широкой территорией России от Санкт-Петербурга и Ленинградской области до Омска можно было увидеть настоящее полярное сияние. Жители этих регионов оказались в восторге от ярких барельефов неоновых оттенков от светло-зеленого до фиолетового, хотя в средних широтах, как и на Южном Урале. Такое свечение – большая редкость. В Челябинске подобное случается лишь раз в столетие.